по участию в выборных кампаниях, там, по участию в информационных, социальной, какой-то другой деятельности. И понятно, что в Центральном комитете есть отделы организационной работы там, и так далее, которые оценивают деятельность партийной организации. К сожалению, ну, все, я понимаю, эту ситуацию, эту информацию знают. К сожалению, мы партийная организация устранилась от участия на муниципальных выборах. За прошедшие годы, которые были в крае Хабаровском, прошли массовые избирательные кампании. В результате в некоторых кампаниях, которые проходили 2 года назад, Компартия Российской Федерации вообще не участвовала, решив, что участие в муниципальных выборах, в выборах поселковых и так далее, они нам не интересны, потому что, ну так решили в Хабаровском крае, не интересны, потому что там нет бюджетов, там нет реальных каких-то возможностей повлиять на ситуацию. Но Центральный комитет неоднократно на это указывал, и как раз вот именно упущение в этой работе, устранение от этой работы и было таким одним из основных критериев, который, ну, скажем, негативно оценил вот деятельность, которая была предшественников до нас. Да? То есть мы сегодня в муниципальных, скажем, на муниципальных выборах, на муниципальных местах имеем примерно менее 1% депутатов от всех мандатов, которые сегодня в Хабаровском крае есть.